Тирасполь, завод консервов детского питания, склад готовой продукции. В банках запас зеленого горошка, кукурузы и томатной пасты. В этом ассортименте у нас там порядка 1 700 000 банок. В оглядке на потребление нашего Приднестровья, то есть у нас ежегодно продаж по Приднестровью примерно 500-600 000 банок в год. То есть это на 3 года где-то? Это на 3 года где-то, но мы не продаем только в Приднестровье, мы продаем и на экспорт. На заводе говорят, вариантов, что возникнет дефицит, нет. Продукции достаточно и для Приднестровья, и на экспорт. Наши консервы любят в Молдове, Румынии, Венгрии. Вот конкретно вот эта продукция подготовлена к отгрузке в Венгрию. Сколько здесь банок? Ну, разовая партия порядка 42 000 банок. То есть это емкость одного автомобиля. Возможно, машина будет сегодня или, скорее всего, уже завтра. А это замороженная продукция. 5 огромных холодильных камер забиты. В одном мешке 25 килограммов. Горох, кукуруза, брокколи, цветная капуста. Все эти продукты есть в торговой сети «Шериф» под торговой маркой «Мистер Харви». Дефицита нет, заявки мы исполняем вовремя. Сейчас мы отгружаем на Европу, Болгария, Греция, Польша. На приднестровский рынок замороженная продукция попадает, но доля потребления приднестровского рынка в нашем объеме производства там меньше 0,1%. Поэтому для приднестровского рынка круглый год замороженного продукта больше, чем достаточно. Все овощи с наших полей. Урожай собирают, привозят на завод, здесь замораживают и консервируют. В июне месяце уже начинается новый сезон, у нас есть планы производства в этом году. И новое производство будет замещать те остатки, которые уже есть сейчас в моменте на складе. Задача на 2022 – сохранить качество и объемы производств. Помогает государство льготными кредитами. Больше полей с водой, закупили новые линии переработки, автоклавы. Так что скоро склады пополнятся новым товаром.